Ну что, как вам? Классно? Да. Велики нравятся? Велики, да. Классная штука, да, для крепления великов? Что? Ну, на машины. А, ну, да. Поставил, погнал куда, все четыре велика можно, да? А, да. Да, Макс, классно? Скоро 6 будет. Да, ну пока будет это кресло. Ну да, Макс тоже. Ну маленький же можно в багажник поставить. Да? Маленький багажник можно пока поставить. А, ну да. А если много вещей, на океан едем? Можешь еще на крышу ставить. Смотри, какая травка классная. Можно, да, купить бочку. Вообще же просто огонь. Леша, ты что, он просто стоял и упал? О, Леша, даешь. Смотри, какая травка классная. Офигенно, да? Это просто обычный парк в какой-то глуши, понимаете? И какая трава. Красота просто. Никого нету, куча полей. Тут по выходным только играют мексы. А так в основном никто не занимается. Вот так вот. А туда дорога идет в лес, лесопарк. Там лесопарк. Да, Макс? На площадку пойдем. Пойдем на площадку пойдем? Скажи, подписывайся на канал. Нет? Тоже упал, Макс. А, я думал, так делал. Ну все, поехали дальше кататься. Все, едем на великах. Это на голове. Вот она не будет так сильно трястись, если ее надеть на грудь. Давно не катался я на великах. На велике, то есть, потому что у меня была травма, я там, где байк-парк, это там такие, как горки, дёрт для великов. Вон там я врезался в дерево и влетел. У меня был вывих руки, мне было больно вообще всё делать. Не мог на велике кататься точно, потому что я прям так влетела, на велике прям так держишься. Ну вот. Ну, короче, сами как насильно трясятся, нет. Камера, опять же, на голове, говорю. Ну, на грудь я тоже, думаю, попаду, проверим, как она будет на груди. И, возможно, прикрепим ее на руль. То есть, один круг проеду. Сильно головой, на голове, то есть, камеры. А потом на грудь прикрепим. Ладно, поехали. Вон там речка внизу. Ну, яблоки какие-то. Не похож был на яблоки. Там папа едет с Максом. Маша и Леша. Парк очень классный, большой. Там детская площадка. Тренажеры вон. Поле футбольное, ворота, все. Здесь вот так классно. Парк этот уходит за 6 минут на машине. Ну, в общем-то, вот. Там ехали людей, чтобы не мешать. Да, папа уже с Лешей вообще далеко уехали. Я их не догоню. Фух. Конечно, нелегко ехать на велике. Тем более, я давно не катался уже. Ну, месяц-два не катался.
И сто я уже не катаюсь. Два месяца, я перекажу. Катался почти два месяца. Фух. Ладно. Надо знать, попадать ему. Камеру-то лбу больно, если долго. Она у тебя на лбу висит. А вот так не так больно. Попробуй догнать их. Через поле не поеду, потому что сыро. Пишите в комментариях, кто умеет на велике кататься, а кто нет. И во сколько вы научились. Я, сколько я помню, я научился на велике кататься в 6 лет. Или в 5 даже. Но у меня был велик на даче. Я учился кататься на велике. Первый мой велик, по-моему, купили. Да, в России, там на даче, а потом не купили в Таиланде мой нормальный велик. Большой. Все, снимаешь? Да. Хорош, ты что? Все. Приехал. 5 минут.